Доброе утро, мир вам, дорогие братья и сестры. Мы будем начинать служение, собрание. Сегодня вот эта часть почти что пустая. У нас где-то около 60 человек молодежи сейчас находится в кемпе, и у них тоже начинается служение. Мы попросим, чтобы Господь их благословил. Владимир Данилович Усенко вместе с нашей молодежью заканчивает лагерь. Лагерь был большим благословением, хотя погода нас не баловала, но это даже было и хорошо. Все сидели под одной большой крышей, имели общение и рассуждали над Словом Господним. Так что спасибо вам за ваши молитвы. И параллельно у нас вчера и позавчера был там же, на этом же месте, мы проводили семинар, ретрит для наших мужчин. Но мы в середине служения немножко расскажем об этом. Так что вот такие вот события на прошедшей неделе. Слава Богу, Господь нас хранил и благословлял. Я хочу прочитать один псалом перед тем, как мы помолимся и прославим нашего Господа. 133-й псалом. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего во время ночи, но мы днем». Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благослови тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Такой короткий псалом, но как много в нем сказано. Благословите ныне Господа все рабы. Мы в самом деле счастливы от того, что Господь для нас есть Бог и Спаситель. Мы его знаем через нашего Господа Иисуса Христа, который пришел на эту грешную землю и взял грехи всего человечества. И если в нашем собрании вдруг есть сегодня те, которые еще не отдали свои грехи, которые еще находятся в сомнениях и в переживаниях, которые еще не уверены в том, что Бог принял вас или нет, сегодня собрание это и для вас также. Мы хотим прославлять нашего Господа, и мы вдвойне будем рады, если вы примете Господа и станете Его детем, и будете также вместе с нами прославлять Бога спасения. Мы сейчас склоним наши головы и помолимся. Господи, мы благодарим Тебя сердечно, за это воскресное утро, за то, что Ты воскрес для нашего оправдания. И сегодня мы пришли для того, чтобы поклониться и прославить Тебя, для того, чтобы услышать Слово Твое, которое Ты приготовил через братьев, служителей Твоих. Мы благодарим Тебя, Господи, что Твое милосердие не истощилось, что оно обновляется каждое утро, и мы видим, Господи, Твое милосердие и Твою благодать и Твою любовь непосредственно каждый из нас. Благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь и милость, которую Ты оказываешь каждый день в жизни нашей. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил, Господи, нас, всю нашу большую церковную семью. Благослови, Господь, милосердно сегодня и молодежь, которая собрана вот в этом кемпе. Благослови, Господи, чтобы и в них собрание прошло благоговейно, когда они будут размышлять над Словом Твоим и вникать в Слово Твое. Чтобы мы все, объединенные любовью Твоей, могли достойно, поклоняясь, прославлять Тебя и жить святой праведной жизнью. Благослови, Господи, не только нас, но также всех наших братьев и сестер по всему лицу земли. Особенно мы молим и просим Тебя за тех, кто страдает сегодня за имя Твое. Мы молимся и просим Тебя благословения и защиты для наших братьев и сестер в Корее, в Китае, в Пакистане, в Индии, в мусульманских странах, в Африке, Господи, где детей Твоих унижают, оскорбляют, где даже убивают, Господи. Мы молим и просим Тебя, чтобы Ты послал вот эту вот благовременную помощь и утешение для всех тех, кто переносит сегодня скорби ради имени Твоего Святого. Мы призываем Твое святое благословение на всех евангелистов и миссионеров, которые сегодня оставили свои дома и пошли служить Тебе, достигая тех, кто еще не спасен. Мы просим, чтобы Ты благословил братьев наших в Пскове и Великих Луках, которые совершают служение, Александра, Анатолия. Благослови, Господи, также народ Твой Израиля, пошли в Иерусалиму и пошли покаяние, Господи, Твоему народу, к которому Ты пришел и который не принял Тебя. Господи, мы так благодарны, что мы знаем Тебя, что мы приняли Тебя и что мы дети Твои. И мы поклоняемся, величим и прославляем Тебе, Бога спасения нашего. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Будем прославлять Господа пением. Мир вам, братья и сестры. О какой беспредельный великий простор. Господу. Thank you.
Слава Господу, братья и сестры. Будет служение хора, пожалуйста. Выслушаем стоя. Наши годы быстры, скоротечны, приближают нас к родной стране. Но пока мы здесь, о Боже вечны, помоги свой труд свершать вдвойне.
тягость ожидания, если мы в его труде горим, но светлей и радостней свидание с нашим Богом, со Христом самим. Здесь от счастья Бога мы познали, видим, как через тусклое стекло все в отчизне полным ясным станет, совершенство будет нам дано.
Действительно, братья и сестры, слава Господу. Знаете, вот эти слова, я не знаю, как вы внимательно их слушали, несколько раз, я знаю Господа. Я знаю Господа Иисуса Христа. Это действительно так? Это правда? Знаете, очень легко спеть, очень легко вот так выразить это словами. Но мы говорим о себе сами среди живущих людей. Знаете, мне хотелось бы сегодня вместе с вами посмотреть на наше положение вот в данный момент. Я прочитаю слово Писания, которое говорит Иоанн в своем послании, в своем Евангелии Иоанна, 8 глава, первые два стиха. Первые два стиха Евангелия Иоанна, 8 глава, 1 и 2 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм. Весь народ шел к нему, он сел, учил их». Знаете, братья и сестры, когда мы собираемся, вот, во-первых, слава Богу, что есть такое время, что Бог дал людям возможность успокоиться и прийти в молитвенный дом. И счастливы те, кто имеет эту возможность и правильно ее использует. Писание даже больше называет их блаженные, слышащие слово Господа. Но дальше говорит и соблюдающие его. И мы, когда делали решение идти в молитвенный дом, мы для чего-то это делали решение. Вот в данный момент мы прочитали, Иисус приходил в храм, люди шли, куда они шли? В храм, но к Нему они шли. Они шли к Господу. Для чего они шли в храм? Они шли к Господу, чтобы с Ним иметь встречу. Они могли иметь встречу и в других местах, но в данный момент они искали Господа, чтобы встретиться с Ним и Его послушать. Что Он хочет сказать им? И те люди, которые шли к Нему и искали Его, в их жизни обязательно наступало изменение. Если я себя сам спрошу сегодня, для чего я сюда пришел? Что я хочу? Просто быть в церкви, потому что это воскресный день и утренний час. Вроде неудобно просидеть возле телевизора. Знаете, вот, все в церкви, я здесь сижу. Вроде бы неудобно где-то ходить в магазин, ну, неудобно. Кто-то еще встретит в магазине и скажет, сейчас служение проходит, а ты здесь ходишь. Знаете, тоже неудобно, вроде бы с облазом будешь служить. Пойду в церковь, посижу в церкви, а потом пойду туда, куда хочу. Для чего я сюда пришел? Кому я пришел? Я вообще хочу изменений в своей жизни или нет? Я несколько примеров вам просто на память скажу. Не буду открывать, так как мы будем молиться сейчас Господу. Христа окружали много людей, и тогда приходили к Нему не все, которые хотели Его послушать, и далеко не все, которые хотели изменить свою жизнь. Буквально 7 глава Иоанна говорит, посылают к Нему людей и говорят, приведите Его сюда. Читайте 7 главу Иоанна. Приходят, послушали, возвращаются. Почему не привели? Никогда человек так не говорил, как этот. Вы что, соблазнились о нем? Знаете, вот были эти люди в общей массе людей, но имели желание взять Христа и привести. Они не имели желания послушать Его и изменить свою жизнь. У них не было этого желания. Но их смутило то, что Он не говорит так. Они много выслушали чтение закона. Ревностно ходили в храм и слушали. Но такого они еще не слушали. Почему? Христос говорил. Бог говорил. Мы привыкли к проповедям, мы очень привыкли к ним. Мы уже примерно знаем, в каком контексте кто говорит. И мы так уже и настроились. А Господь говорит или не говорит? И когда Он последний раз ко мне говорил? Когда последний раз я хотел, чтобы Он ко мне говорил? Я для этого Его искал, для этого и пришел к Нему, чтобы Он ко мне говорил. Знаете, мы все в сердце своем делаем решения сами. И слава Богу, когда эти решения, они правильные решения.
Много людей окружало Господа тогда, в то время. Да и не все в храм шли. Много о нем толков Писание говорит, было в народе. Одни говорили одно, другие говорили другое. Но некоторые увидели в нем свое спасение. Вы помните эту женщину? Много от людей пострадала, которая страдала от кровотечения. Много пострадала от людей. В сердце своем делает решение: пойду к Господу. Никому не объявляет, приходит, даже она порядок не хотела нарушить. Она сзади подошла, чтобы никто не обратил внимания и никто не увидел. Я, говорит, только прикосновение сделаю. Иисус говорит: я чувствую силу, которая сошла с меня. Кто это сделал? Знаете, вот этот момент, мое личное решение, что я хочу. Много таких женщин было, не правда ли? Много их было. Их всегда было много, страдающих от одного или другого. И не все сделали это решение. Почему? Они не все увидели в нем Господа. Толков много было о нем. Много соблазнялись о нем. Она увидела свое спасение. Еще один человек, который пришел к Господу. Их тоже было много. Прокаженных в Израиле, помните? Их много было. И все они в кучках жили отдельно от людей, в пещерках, где-то в каких-то местах. И они привыкли к этому состоянию. Они жили, говорят: а что нам еще остается? Мы так начали свою жизнь, или, может быть, унаследовали это, или, может, приобрели в течение жизни эту проказу и смирились с ней, и уже они уже и стали друзьями с такими же прокаженными. А что нам остается? Мы уже обрекли себя и будем сидеть здесь. Но один сказал: я пойду к нему. Почему он сделал это решение? Почему он его сделал? Вопреки тому, что еще никто это не делал, решение. У него, возможно, не было такой опыта и практики, но он увидел во Христе свое спасение, выход со своей трудности. И он подошел к нему и сказал: если хочешь, ты меня можешь очистить? Хочу, говорит. Так просто, Господи. Даже не надо ничего, ничего не надо. Не платить не надо, ничего не надо. Я просто хочу, чтобы ты был чист. Знаете, вот если бы мы сделали в сердце решение о нашем внутреннем, не надо трубить об этом много. Вот я иногда удивляюсь таким моментом, когда у человека нет дух, физически нет дух, и на молитвенное пошлет, и в другой город, и в другую страну посылает письма: молитесь, у меня нет дух. Но когда духовный нет дух, ни одного письма, ни одной просьбы, нет тревоги в сердце. Что это? У человека внутри проблема. Он не знает выхода. Тихо, никто не знает. Почему? Что произошло? Тогда был выход у людей во Христе. Сегодня есть возможность та же самая. Иисус, написано, учил. И знаете, читаю эти места, думаю: Господи, какая милость! В такой грешный мир ты как яркий луч света вошел. Ты дал самым падшим грешникам прийти к Нему и прикоснуться к Нему, изменить свою жизнь. И вы, братья и сестры, правильно сделали, что пришли сюда. Возможно, это как раз тот день, когда Господь прикоснется и к вам, и к вашей жизни, чтобы ее изменить. Поэтому открывайте Господу сердце свое. Чему учил Господь? Чему Он учит и сегодня? 6 глава Евангелия Матфея, 33 стих. 6 глава Евангелия Матфея, 33 стих. Ищите же прежде Царство Божие, правды Его, это все приложится вам. Это, знаете, вся глава Иисус говорил о жизни материальных людей, как они барахтаются в этой материальной жизни, как они тратят свое все время, буквально все свое приобретение, бегают и приобретают, покупая, продавая, все это делая. А о Царстве Небесном
искать Царство Небесное, близость с Господом, остаются крохи, и те ущемленные, и те урезанные до предела. Люди недавно смотрят на конец собрания, чуть за 12, все по домам, потому что уже назначены встречи по всяким местам. Что мы сегодня ищем? Иисус учил их много. И в своем учении Он говорит, ищите прежде Царство Божьего. Вообще, братья и сестры, мы знаем, что такое Царство Божье. Кто сегодня пришел в церковь, чтобы искать Божьего Царства? Есть это? Иисус говорит, все остальное, вот есть эта рутинная жизнь. Я знаю, что вам дать, чтобы вы не барахтались там. Я знаю, что вам дать. Вы не умрете. Вы раздетые ходить не будете. Я вас одену, я обещаю это. Но прежде ищите Царство Божьего. Если кто-то сегодня запутался в своей жизни и не знает от выхода ответа, Писание говорит, Иисус говорит, придите ко мне. Кому? Придите ко мне все, который утрудился уже, который уже изнемог от всех этих трудностей и исканий, и не находит ответа, и не найдете, братья и сестры. Ответ дает Господь. И слава Богу, если сегодня мы пришли сюда, ища Царство Божьего. Аминь. Поклонимся, помолимся Господу. Аминь. Отец наш Небесный, мы действительно благодарим Тебя, что Ты пришел на грешную землю. Ты не погнушался, когда Тебя истязали, Ты не отказался, но Ты все это принял, чтобы нам, грешным людям, дать свободу от греха, связанности, от всякой зависимости,
кровь Христа омывает от грехов. Благодарим Тебя. Помоги многим прийти к Твоему кресту, Господь, омыться в крови Христа, приобрести свободу и жить в свободе. Мы поклоняемся Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, мы споем общим пением. Хочет всех людей Господь благословить. Братья и сестры, как я сказал, что у нас вот в пятницу и в субботу проходило параллельное мероприятие вместе с нашей молодежью. Мы собрались с мужчинами, частью мужчин нашей церкви. Я хотел бы пригласить сюда пару человек, вот Александра Васильева, Женю Хомякова. И да, пожалуйста, братья, выходите, чтобы я не... И не вижу еще одного, хотел, говорит, но не вижу. Если здесь Володя Ситник есть, испугался. Да, так вот, я просто хочу сказать, что одна из тем вот наших рассуждений была, были вопросы, которые были как бы подняты, и один такой серьезный вопрос был поднят. Что ваш отец оставил для вас? Какое наследство отец оставил для вас? А потом был другой вопрос. А что вы собираетесь оставить своим детям? Ну, это только маленькая часть всего того, что было. И я прошу братьев, пожалуйста, братья, вот у нас даже есть пару фотографий с этого ретрита. Пока братья будут рассказывать, вы посмотрите вот всех тех, кто там был. Ну, пожалуйста, Женя, Саша. Знаете, братья и сестры, я так в нескольких словах сказать, это, знаете, хорошо нам там было.
А хоть в первый день такой, знаете, проливной дождь лил, вот так, в принципе, на фотографии все еще раз появится. Знаете, относительно тесно было, но, знаете, но никто никуда не уходил. Буквально вот навес и все, там ливень идет. И вот мы так вот, это уже второй день было, солнышко, дал Бог нам хорошую погоду, и мы, ну, закончили прекрасный ретрит, да. Вы знаете, как вот брат пастор Владимир говорил, говорит, кто хочет перемен, знаете, нас вот около сотни братьев такого возраста было, нас, а там по приезду где-то 40 было, вот фотография. Вы знаете, брат Павел прекрасные темы поднимал, о послушании Богу, что на нас, на мужьях, ну, большая ответственность лежит, громадная, что у нас дети подрастают. Я знаю, что многие мужья, они тоже как бы в поисках, как быть, потому что смотря на обстановку, что мир делает, как на детей влиять, как воспитывать. И знаете, прекрасное было общение, многие находили ответы, получили, ну, я большое вдохновение, знаете, потому что через послушание Богу мы получаем большие благословения. А, знаете, единственное, у меня сейчас честь выпала, я когда обзванивали, ну, братьев с нашей церкви, там мы еще обзванивали другие люди, и я для себя понял, что, знаете, насколько я много не знаю вообще людей. Иногда звонишь, имя, фамилия, кто он, без понятия, брат, приглашаем тебя, знаешь. Ну, вот единственное, такие ретриты, они нечастые, они нас конкретно сближают. Мы так ближе познакомились, хотя это медленный процесс, но если они будут, и я всех хотел призвать, если будут еще ретриты, пользуйтесь ими, вас, знаете, бросайте все по возможности и приезжайте. Это было большое благословение. Все не передать всех тем, но было много чего. И пищи было много, и духовной, и для тела пищи было много. А ну я немножко добавлю, что как бы что для меня Господь открыл. Это как апостол Петр пишет во втором послании: «А напоминанием возбуждаю вас, братья, чистый смысл, да, чтобы вы помнили все слова, которые были сказаны святыми». И вот Павел немного говорил за своего отца, совсем вкратце, но почему-то мне ярко эти примеры легли. Вот Михаил Иванович, это я думаю, что Бог писал большую картину нашего братства христианского русского через таких братьев, как вот его отец и ему подобными. И также, да, эта тема была хорошая. Отец, я как отец в семье, отношения с детьми, и также я как сын. Мои отношения к отцу. Вот. Ну и природа, да. Природа сама нас расположила к такому открытому, непринужденному, как бы не церковному общению. Спасибо. Господь, Отцовский.
Я попрошу Михайловых, Женю, Лену, пройдите, пожалуйста. Они принесли свою доченьку и просили, чтобы мы помолились, как церковь, об их ребенке. Пожалуйста, Михайловы, где вы там? Не холодно, дети, с голыми руками, а? Ох, эти родители молодые. И тем более американские. Они там... О, вот я же говорил, что холодно. Хорошо. Женя, Лена, церковь дорогая. У нас есть это хорошая традиция. Я не знаю, есть ли эта традиция в других церквях, я имею в виду не славянских, но вот в нашем баптистском братстве это хорошая традиция приносить своих детей для того, чтобы благословить их. В православной церкви крестят детей, а мы просим Божьего благословения, чтобы Господь благословил ребенка. Вам Господь дает второе дитя, и... Вот что я хочу пожелать, ну, всем нам, напоминание родителям и особенно вам в этот день. Итак, положите сии слова мои, говорит Господь, в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать вам, отцам вашим, столько дней небо будет над землею. Это Ветхий Завет, эти обетования, которые Бог говорил израильскому народу. Он говорил о том, чтобы родители могли передать вот все то, что Бог говорил отцам, своим детям. Бог прямо говорил с отцами, они это видели в столпе облачном, в столпе огненном, когда Израиль шел по пустыне. Но настает время, когда все это исчезает, и потом дети должны знать, что же произошло, почему они особенный народ, почему они поклоняются Богу Иегове, почему они поклоняются только одному Богу. И нужно, чтобы дети знали это, и дети исполняли все те заповеди, которые Бог оставил отцам. Как я уже сказал, мы вчера говорили, позавчера очень много говорили, вот тогда, когда собрались отцы в основном, говорили о том, вот Павел спрашивал, скажите, а какое наследство оставил вам отец? И вы знаете, ни один из братьев не сказал, что там он оставил там дом или машину, там или ну, там пару тысяч долларов, там, так сказать, или пару десятков тысяч долларов, ни один не сказал. А все говорили, он меня научил молиться или меня научили молиться. Ну и ряд других был ответов, которые касались так или иначе духовной жизни вот каждого из нас. И я очень хотел бы, чтобы вы тоже оставили наследство своим детям, вот это духовное наследство. Это почтение к Богу, это любовь к церкви, это любовь к Слову Господнему. Вот эти три вещи, можно еще добавить, конечно, ряд других вещей, но если у вас будете почитать Господа, если будете любить церковь, если будете читать Слово Господне, Господь и вас вразумит, и науставит, и научит, как ваших детей воспитывать. Потому что здесь, в этом Слове, все есть. И как детей воспитывать, как самим жить праведно и свято, особенно сейчас, когда мы живем в этом мире, где мир буквально, даже вот американское общество, которое когда-то было христианским, сегодня оно совершенно не христианское, развратное, греховное, и все это идет в погибель. И вот для того, чтобы наши дети не оказались вот в этом ужасном месте мучения, мы должны их учить. Но просто слова дети не так очень и воспринимают. Они смотрят на вашу жизнь. И поэтому, если они будут вас видеть молящимися, если они будут вас видеть, что вы читаете Библию, если они будут знать, что наступает день воскресный, и вы, как мы слышали сегодня в проповеди, не в театр пошли, там, не куда-то там на природу поехали, а воскресенье посвятили Господу,
то ваши дети точно будут ходить в церковь тогда, когда вы состаритесь и когда они начнут жить своей собственной жизнью. Но если это в вашей жизни не будет, то сколько бы вы ни говорили, это не привьется. Поэтому желаю вам и хотелось бы, чтобы и Слово Господне, и молитва, и почитание Господа, и любовь к церкви, оно было в полной мере в вашей семье. И поэтому мы для вашей доченьки дарим вот это детское Евангелие, детскую Библию, которая будет напоминать вам о том, что вы ее должны читать. Будете? Слава Богу. Ну, давайте мы помолимся. Господь милосердный, прими сердечную благодарность за всю Твою любовь, которую Ты являешь к нам. И вот сейчас на руках молитвы я, раб Твой, Господи, и церковь, мы несем это дитя, Дианочку. Мы молим и просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил это дитя и дал ей нормальное физическое развитие. Чтобы, Господи, не только было нормальное физическое развитие, но также, Господи, Ты дал ей тогда, когда она станет уже взрослой, когда начнет понимать и отличать правую руку от левой, чтобы она смогла, Господи, выбрать Тебя и пойти за Тобой. И я очень умоляю, прошу Тебя, Господи, благослови родителей, Господи, особенно Женю, как главу семейства, чтобы он заботился о том, чтобы Слово Твое было в доме, чтобы, Господи, молитвы были в доме, чтобы почтение к Тебе было в доме, чтобы любовь к церкви была в доме. Благослови же, Господи, и пусть благодать Твоя, Господи, будет над ними. И как некогда благословлял Моисей, сынов Израилю, так и мы благословляем этого маленького ребенка. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит Господь на Тебя светлым лицом и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Ну и, как обычно, мы споем «Мой дом», и я служить хотим один куплет. Давайте мы споем. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, Женя, Лена. Я хочу представить вам нашего брата Павла Хорева, пастора церкви из Канзаса. Для многих он уже знаком, и мы его воспринимаем почти как своего, но некоторые, я знаю, что не знают его. И мне очень приятно сказать, что вот сегодня вот в эти пару дней имели общение с братьями, и сегодня мы можем слышать то слово, которое Господь дает нам через нашего брата. Павел, пожалуйста, выходи сюда вперед. И я думаю, что, может быть, еще пару слов было бы неплохо, если бы ты сказал о своем отце, потому что он буквально недавно отошел в вечность. Папа Павла, один из лидеров церкви, которую мы называем Совет Церквей. И он долгое время был в служении, и совсем недавно Господь его призвал в свои небесные обители. Ну, буквально, может быть, несколько слов перед проповедью. Угу. Пусть Господь благословит тебя. Спасибо. Бог отозвал вечность моего самого близкого человека, которого у меня был на земле. Это папа. Для некоторых мама. Я даже иногда думаю, кто из них ближе для меня. Наверное, все-таки же ближе был отец. А вы знаете, когда он был мальчиком, ему было 6 лет, он расстался со своим отцом. В 1936 году его отец был арестован как служитель Ленинградской области, и он последний раз с ним виделся в ленинградской тюрьме Крестах. И когда папа его облокотился так, знаете, к столу и хотел попрощаться с ним, надзиратель, который смотрел, говорит, нельзя даже прикасаться друг к другу, так что, пожалуйста. Ну и сынок спросил тогда отца: «Папа, когда мы в следующий раз с тобой увидимся?»
И папа знал, что это, в принципе, последняя встреча. Он говорил: «Сынок, давай мы договоримся с тобой, где в следующий раз увидимся. В следующий раз мы с тобой увидимся у Белого престола. Вот как ты только придешь в вечность, сразу приходи к Белому престолу, говорит, я тебя там буду ждать. И когда мы с тобой там встретимся, нас больше никто не разлучит». Когда он отбывал свой второй срок, это было в лагере в Сороках в Молдавии, строгого режима, к нему работник КГБ пришел и говорил: «Ты знаешь, я принес тебе новость, что мать твоя умерла». И он говорит: «У тебя есть возможность поехать к ней на похороны, попрощаться с ней». И он говорит: «И что же мне нужно сделать для того, чтобы проститься с мамой?» Он говорит: «Всего лишь немного, вот поставьте вот здесь свою подпись, что вы согласны сотрудничать с нами. И завтра поедете на похороны». И папа ушел опять в свою камеру и говорил сам себе: «Видно, Бог так распорядился, что мне не удастся и маму похоронить». И вы знаете, 3 мая этого года вот произошла эта уникальная, прекрасная встреча, которую он ждал, наверное, очень много-много лет, и с папой, и с мамой. Господь его взял в свои обители. Жизнь его была нелегкая, сложная, но жизнь была прекрасная. Прекрасная. И знаете, я когда спрашивал его на 80-летии, говорил: «Пап, ты хотел бы вот снова пройти этот путь?» Он говорит: «Ты знаешь, за исключением некоторых ошибок, которые я делал, хотел бы». Я вам могу очень много рассказывать. Мой брат на похороны составил фильм, который был 2,5 часа, 200 самых ярких эпизодов его жизни. Люди, которые тысячи собрались на похороны, могли смотреть этот фильм, документальный фильм. Вот. Может быть, когда-нибудь мы обработку более такую хорошую сделаем, вы сможете тоже посмотреть. А вот похороны были для нас не трауром, а для нас были праздниками, триумфом победной жизни во Христе Иисусе, которую прожил наш Отец. Органы власти, которые присутствовали, некоторые из них, которые даже участвовали в разгонах богослужения, они говорили мне после похорон, они сказали: «Павел, я не знаю, куда мы попали. Вообще не чувствуется, что это похороны». Я говорю: «Так это не те похороны, на которых вы обычно бываете. Мы провожаем человека в вечность». Ну так, очень было приятное и приятное, и доброе, очень много воспоминаний. Но буквально несколько слов я хочу сказать. У папы было несколько, знаете, планов, которые он не успел осуществить. Одна из его была огромных желаний, мечта была помочь в создании или осуществлении строительства молитвенного дома для молдавской церкви в Кишиневе, где он последние годы был членом церкви. Вот. Интересно, что он становился в церкви членом там, где больше всего было трудностей и проблем. Знаете, некоторые люди становятся членами церкви там, где легче всего. И как только люди строили молитвенный дом, он перешел членом церкви, стал там, где вообще ни молитвенного дома, только начинается служение. И вот у него была такая мечта. Я папе пообещал, когда еще вот он в больнице лежал уже, перед уходом в вечность, я говорю: «Папа, мы, как дети, обещаем, что твою мечту при жизни будем осуществлять». Поэтому если из вас кто-то захочет после окончания служения, у нас есть, только она на английском языке пока есть, небольшая книга, которая называется «Письма», которые он нам писал из лагеря. Она на английском языке. Ваши дети, которые растут, они читают на английском, наверное, лучше, чем по-русски. Если вы хотите вот эту книгу взять, если у вас будет желание поставить пожертвование, это именно то, что будет осуществлять ту мечту, которая была у отца моего. И вот, и мы, кстати, в этом плане будем также дальше совершать служение, чтобы сделать много, что папа хотел бы осуществить, но Бог его сказал: «Достаточно, хватит». Помните, как сказал Бог Давиду, да?
Соломон будет продолжать твое дело. Ты сделал свое дело, дальше твой сын будет продолжать. Поэтому я хотел бы вас всех поблагодарить, тех, которые звонили нам, отправляли имейлы, высказывали свои соболезнования. Если кто-то из вас здесь знает моего папу, и у вас осталось доброе воспоминание, мы сегодня собираем материалы, все, которые есть. У нас мы будем опубликовывать определенную книги, литературу и так дальше, и так дальше. Поэтому, если у вас добрые воспоминания есть, мы просим вас, пожалуйста, пришлите нам это, и мы очень будем рады поговорить и больше узнать ваши воспоминания добрые о нашем отце. Поэтому пусть Бог благословит вот, и вас, всех отцов дорогих, чтобы ваши дети после вашей жизни вот, оставили у них добрую память от служений, которые Бог сегодня имеет для того, чтобы мы с вами осуществляли. Я хотел вместе с вами прочитать из Священного Писания историю, которую, наверное, многие из вас знают. История, она записана в Евангелии Луки. Это история о том, как Иисус Христос воскресил одного человека молодого. Евангелие Луки, 7 глава. Давайте вместе прочитаем с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И подошел, прикоснулся к одру, нетшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисусу, матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Это Слово Божие. Аминь. Удивительное событие. Если у вас есть священное писание и карандашик, я всегда прошу людей, которые приходят в церковь, приносите с собой то, что вы можете какие-то пометки делать в своей Библии. Вот. В этой истории есть детали, которые почему-то евангелист Лука хочет, чтобы мы знали. Две детали, которые я хочу, на которые вы обратили внимание. Первое, в 11 стихе записано: «С Иисусом Христом шло множество народа и многие из учеников Его». Посмотрите 12 стих, Лука нам тоже говорит, что люди, которые выходили из города Наина вместе с вдовой и умершим сыном ее, и сказано, и множество народа, что? Шло с ней из города. Евангелист Лука нам еще детали говорит, которые важно заметить. Он нам описывает, что это была за женщина, которой умер сын. Что это была за женщина? Первое, он говорит, что она была вдова. И нам сразу становится понятно образ этого человека. Вдова – это категория людей, которые были меньше всего социально защищены в обществе народа израильского в то времени. И недаром Писание говорит нам, что Бог, Он есть Бог кого? Сирот и вдов. В стране, где мы живем, многие вдовы намного богаче всех остальных людей. Но в то время было другое обстоятельство. Когда умирал муж, умирал кормилец, и положение вдовы было очень бедным и часто очень жалким. Но те вдовы, которые имели детей,
У них была определенная надежда. И согласно традициям, дети или сыновья, они заботились и замещали ту роль, которую отец должен был нести попечение семье и даже о своей жене заботились о своей матери. Но случилось то, наверное, что эта вдова никогда в жизни не думала, что произойдет. Что у нее случилось? Что у нее умирает сын. Какое Писание говорит нам, не просто сын умирает, а какой? Единственный. То есть у нее умирает последняя надежда. Вы знаете, иногда люди задают много вопросов. Много вопросов задают Богу, почему определенные вещи происходят в жизни. И когда я читаю эту историю, я думаю, Господи, почему у этой бедной, несчастной женщины, которой и так нету мужа, которая уже довольно много потеряла в своей жизни, почему ты допускаешь то, чтобы еще единственный сын ушел? Я представляю себе, если это я был бы пастором, где эта женщина была бы членом церкви. И когда эта трагедия подошла бы, я бы пришел к ней в дом, я думаю, что бы я ей сказал? Как утешить человека, который на себе так много несет этого груза, и он не знает ответ на вопросы, почему это происходит. Да, наверное, бы те люди, которые были рядом вокруг, может быть, ученики, наверное, подумали, ну, наверное, грехи юности, или там, и кто его знает чего. Вы знаете, когда у людей проблемы, появляются много людей, которые начинают, так сказать, высказывать свои мнения, почему те или другие вещи происходят. И чаще всего эти люди, они не утешают и не врачуют, а только ухудшают положение. Некоторые из вас, может, были в таком положении. Я вам скажу точно, кто был в таком положении. Это был Иов. Вы знаете, как нам нужно быть осторожными, когда мы встречаемся с людьми, которые в жизни проходят через особую печаль, через горе и через потерю. А когда в жизни у человека происходит какая-то трагедия, что бы это ни было, когда дети уходят из дому, когда семья находится на грани распада, развала, вы знаете, наша реакция на подобные вещи играет огромное значение. Задайте себе вопрос, если вы хотите помочь человеку. Если бы на месте этой женщины оказались бы вы, что бы вы хотели услышать в свой адрес? Представьте себе, если вы видите семью, у которых сложности с детьми, представьте себе, что это ваши дети. Как бы вы реагировали? Друзья, я не знаю ответа на эти вопросы. Почему Бог допускает, что тем, которым и так трудно в жизни, им порой становится еще сложнее? Я не знаю. Но в этой истории, эта история не заканчивается плачем, не так ли? Она заканчивается совсем по-другому. И вот это множество народу, которое, когда молодых людей хоронят, или мать хоронит сына, знаете, всегда больше людей приходит на похороны, чем когда хоронят пожилых людей. Выходит из города. И Христос сразу после чуда, которое Он совершил над слугой сотника из Капернаума, подходя к городу Наину у ворот, эти две, можно сказать, массы людей, множество народа встречаются.
Я бы хотел вам задать один вопрос. Представьте себе, что вы находитесь в этом множестве народа, где есть Иисус. Как вы думаете, какое настроение в этом обществе людей? Люди ликуют, радуются, они на стороне кого? Людей, которые одержали победу. Они в той группе, где все хорошо. Они в той группе, где есть причина торжества и так далее, и так далее. И вот эта группа людей этих встречается с тем, кто выходит из города и идут на кладбище. Если мы с вами заглянем в ту группу, мы посмотрим в то множество народа, как говорит евангелист Лука. Разочарование, плач, смерть, безысходность, безнадежность и так далее, и так далее. Лидер одной группы – Иисус. Я бы сказал, лидер другой группы, наверное, это тело этого юноши и мать, которая идет рядом. Вы знаете, как часто мы с вами встречаемся, когда у нас в жизни все прекрасно, мы приходим в Дом Божий и встречаемся с людьми, которым очень-очень плохо. Которым очень тяжело, и они приходят в Дом Божий, находясь в траурном состоянии, хороня, может быть, свои какие-то надежды, которые они думали, что еще, возможно, будет шанс. Но, наверное, уже выхода нету. И мы встречаемся с этими людьми очень часто у ворот церкви. Мы порой вместе сидим в Доме Божьем. Но у нас у всех порой бывает либо тенденция быть на стороне одной, либо на стороне другой. Можно еще один вопрос вам задать. Как вы думаете, что бы произошло с группой людей, которые шло с Иисусом, если бы они встретились с той массой, которая выходила из города Наина, шла к кладбищу, если в той бы группе не было бы Иисуса Христа? Они бы подошли к этой похоронной процессии, да, ученики Христа. И что бы они делали? Они сказали, ну, давай присоединимся. Не так ли? И пойдем вместе дальше плакать. Оплачем потерю. Видите, сколько бы нас множества не было, разницу в жизни людей мы не можем произвести до тех пор, пока с нами нет того, который дает надежду и жизнь. Если с нами нету Христа, все, что мы больше и лучше можем предложить плачущему, безнадежному, скорбящему миру, это только рядом с ними сесть и поплакать. Это, наверное, самое лучшее, на что мы способны, не так ли? Но если с нами Христос, то это все меняет события, не так ли? Некоторые люди думают, что внешним каким-то, знаете, торжеством или проявлением, даже которое в служении, мы должны главный фокус держать на это, потому что если этого не будет, то мы потеряем людей и все остальное. Я всегда думаю, Боже мой, разве это то, о чем мы должны больше всего переживать? Больше всего, друзья мои, мы должны переживать, если хотим испытывать чудо в нашей жизни и новую жизнь,
И ощущение этого воскресения каждый день, знаете о чем? О Боге присутствии в нашей жизни. Что Иисус Христос, Он является реальным тем, кто есть воскресение и жизнь, и Он с нами. И это все, что самое главное, о чем мы должны больше всего переживать и волноваться. Потому что без Него, Писание говорит, мы ничто. Потому что без меня, что? Вы не можете делать ничего. Ничего, то, что имеет отношение действительно к той жизни, которую только Он, будучи жизнедателем, может дать. И вот мы с вами вместе, встречаясь, когда с людьми, которые находятся в унынии, находятся в разочаровании, вы знаете, самое прекрасное то, что мы, на что мы способны, это иногда отойти в сторону и сказать: «Иисус, помоги, пожалуйста, им». Когда я разговариваю с людьми, которые говорят: «У нас уже нету больше шанса сохранить семью. Мы не видим больше ничего хорошего, то, что можно сделать, или что наши дети когда-нибудь придут даже в себя. Уже так далеко все зашло, что люди готовы все хоронить». Финансовые трудности. Люди заходят так глубоко, так далеко, что они говорят: «Больше возврата уже нету». Друзья мои, я хочу вам сегодня сказать, когда вы будете уходить с этого места в дом свой, вы, может быть, пришли сюда в множестве людей, которые возглавляла мать юноши. Но я хотел бы, чтобы вы сегодня уходили в дом свой, в толпе, которую возглавляет Иисус. Где Иисус Христос, Писание, там есть жизнь. В песне мы поем: «И где Иисус Христос, там радостью все дышит, смолкает плач, приходит мир, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус Христос войдет». Я бы хотел, чтобы сегодня к вам прикоснулся Иисус. Чтобы Он прикоснулся к вашей проблеме, к вашей безысходности, к вашим трудностям, которые никто из людей не сможет разрешить. И чтобы вы поняли и поверили, что у вас есть единственный шанс – на жизнь и жизнь с избытком – это только рядом с Ним. Иисус, сказано, когда подошел к этой процессии, Он подошел к одру. Что такое одр? Некоторые дети, наверное, которые выросли в этой стране, не знают, что такое одр. Да? Это носилки, на которых несли мертвых людей. Это даже был не гроб. Вот Он подошел и увидел мать скорбящую. Писание нам говорит, что Он сделал. Он сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». Вот такая реакция Иисуса, который смотрит на наши с вами проблемы с высоты небес, зная, что происходит в нашей жизни и через что мы с вами проходим. Он смотрит на нас с жалостью. Вы знаете, вот эта уникальная черта христианина, которая должна всегда присутствовать.
Когда мы видим горе людское, с жалостью отнеситесь к человеку. Знаете почему? Потому что завтра мы с вами можем быть на этом месте. И Христос, жалившись над ней, заметьте, что Он делает. Он сначала обращает и говорит свое первое слово не к юноше, к телу юноши, да? А первое слово Он говорит кому? Он обращается и говорит к ней. Не плачь. Вы знаете, какая бы у вас серьезная проблема не была, вы хотите найти решение этой проблемы. Знаете, что у Иисуса есть решение проблемы, но в первую очередь Он хочет вам что-то сказать. Одна как-то мать пришла, говорит, у меня ничего не получается со здоровьем моей дочери. Мы ее раз ложили в больницу, второй раз положили в больницу. Сейчас в психбольницу ложат ее опять и все остальное. Она говорит, я уже не знаю, говорит, все ее будущее уже никакого смысла не имеет. Она в таком расстроенном состоянии, подавленности духа находится. Я думаю, Господи, хоть бы она на этой почве тоже не заболела. Я как-то ее спросил, проходя через эти страдания, называв ее по имени, а что Иисус хочет вам сказать? Вы так сильно переживаете за дочь, как мать, естественно, но ведь что-то хочет Бог сказать и вам. Дорогие отцы, дорогие матери, когда у вас есть проблемы, связанные с финансами, здоровьем, с детьми, в отношениях, ведь какие бы ни были проблемы, что-то Бог хочет, послав вам эту проблему или допустив, чтобы эта проблема произошла, Он что-то хочет особое вам сказать. Мы со своей стороны настолько заняты решением проблемы, что мы не готовы услышать, что Бог хочет сначала наше внимание привлечь к себе и сказать, смотри, я эту проблему решу, ты не сможешь больше сына своего поднять мертвым. Это моя проблема, я дам ему жизнь, но я хочу, чтобы ты в своих путях поставил свою жизнь на правильное русло, в правильное русло и шел в правильном направлении. Скажите, разве Богу больше всего есть забота о том, чтобы у нас было здоровье? Нет. Бог больше заботится о нашей душе, поверьте, чем о нашем теле. И для Него душа наша и наша вечность с Ним намного важнее, чем все остальное, о чем мы так сильно переживаем и порой в жизни, на что отдаем свою жизнь, свое здоровье, все свои материальные средства. И Бог говорит, для того, чтобы мне достучаться до твоей души и сказать тебе, чтобы ты меня услышал, мне нужно забрать у тебя кое-что. Скажите, разве мы не приходим к Богу и взываем к Нему и говорим, Господи, помоги мне. Я уже все свои средства израсходовала на врачей, как-то женщина. Я уже не знаю больше все, что делать. Я уже прошел через все реабилитационные центры. Я уже не знаю дальше, что мне делать с моими детьми. И Бог говорит, я хочу тебе что-то сказать, тебе лично. И поверьте, я не знаю, что Он вам скажет. Но если вы сядете и скажете, Господи, скажи. Как сказал этот сотник в этой, скажи только слово. Скажи, я со своей стороны сделаю, что ты скажешь. Друзья мои, если у нас с вами есть переживания и трудности, давайте мы встанем пред Богом сегодня и скажем, Господи, скажи,
Скажи мне, поверьте, Бог не будет нас упрекать ни в чем. Он нам скажет слова утешения и нежной своей отцовской рукой, возможно, погладив нас по голове, как любимое свое дитя, скажет: мой сынок мой или доченька моя, тебе в чем-то нужно исправиться. Я решу твои проблемы. Я сделаю чудо в твоей жизни. Но повернись ко мне лицом. Найди время для общения со мной. Не проводи так много времени в том, что не созидает твою семью. Сделай Царство Божие и правду Его приоритетом своей жизни. И потом он подходит к одру, прикасается к телу мертвого юноши, и он поднимается. То, что, друзья мои, мы с вами не можем делать, то сделает за нас Бог. Вы знаете, на любую брань, которую выходили люди, верующие в Бога, они должны были со своей стороны сделать то, что они были в силе, и то, что они могли сделать. А остальное делал Бог. Когда Давид выходил против Голиафа, чисто по-человечески невозможно даже представить себе, что может победа, не так ли? Но нужно было выйти, нужно было взять 5 камней, и нужно было сделать шаг вперед. Бог в нашей жизни сделает чудо, которое никто из людей не может сделать. И это причина, почему Ему принадлежит вся слава, и почему Ему потом люди начали поклоняться и говорят: особый пророк явился. Заметьте, мы ученики Его, мы не способны порой на то, что только есть приоритет, прерогатива самого Иисуса Христа. Поэтому, друзья мои, я хотел бы сегодня сказать вам, что Бог с жалостью порой смотрит на нас, видя наши немощи, трудности, переживания, скорби, но Он не безучастен к ним. И когда Он, сказано, воскресил его, юноша встал, что он сделал? Он взял его, да, и что? И отдал матери. Я не знаю, неужели он его на руки взял? Может быть. И отдал его матери. Я представляю себе состояние этой женщины, которая мертвого своего сына получает живым. Я представляю эту плачущую массу народа, которая шла за ней. И эти две группы соединяются все вместе и возвращаются в город с такой радостью, которой, наверное, этот город Наин еще никогда не знал. Улицы этого города прославляли особого пророка, который явился. В этом городе была такая радость. Наверное, больше, чем когда-либо они только могли слышать, какие победы Бог совершал для израильского народа. Потому что их посетил сам Бог в лице Сына Своего, Иисуса Христа. Вы знаете, друзья мои, мы вместе с вами сегодня, когда будем уходить из дома, я хотел, чтобы мы уходили с этой надеждой. Я знаю, возможно, сегодня не решатся все наши проблемы, не все наши трудности сегодня. Придя домой, мы, может быть, не увидим того чуда, которое произошло в тот момент. Но я хочу, чтобы мы уходили с Дома Божьего в свой дом, зная, что с нами идет Тот, Который
с которым мы никогда не будем постыжены. С нами идет Тот, Который держит жизнь и судьбу нашу в Своих руках. Что с нами идет Тот, Который никогда не безучастен к тому, к тем скорбям и трудностям, через которые мы проходим. Что с нами идет тот Бог, Который всегда, видя нашу проблему, готов нам помочь, не только решив нашу проблему, а прежде всего помочь нам исправить, может быть, иногда свои взаимоотношения с Ним. И поверьте, чудо придет. Придет весна в вашу семью. Придет этот праздник в ваш дом. Придет это утешение и благословение, которое вы ждете. Придет это ликование, которое посетило Наин. Верь и знай, весна опять придет. Поэтому, идя в дом свой, не возвращайтесь, как будто вы побыли на кладбище. Идя в дом свой, возвращайтесь с радостью, что Иисус Христос жив. Аминь. Давайте помолимся вместе. Боже благословенный и прославленный, я Тебя сердечно благодарю и славлю, что сегодня, придя сюда, на это место, где Ты по верному обетованию пребываешь, Господи, благодарю Тебя, что Ты живой Бог, Творец, созидающий, дающий радость и жизнь вечную. Благодарю Тебя, что только с Тобой, Господи, здесь, на земле, мы можем пройти все те трудности, переживания, которые окружают сегодня нас. Господи, я радуюсь, что Ты мой Спаситель, что я могу крепко держаться за Тебя через Слово Твое, которое Ты сегодня вещаешь моему сердцу. Я благодарю Тебя за это и прошу Тебя, помоги мне любить Тебя всем сердцем, разумением, существом Твоим. Благослови дома, жену, детей, внуков, чтобы я мог, Господи, показать им добрый пример в жизни своей, показывая, Господи, жизнь своей праведной. Помоги мне, Господь, я нуждаюсь в этом. Благослови, Боже милосердие, нашу поместную церковь, каждое стоящее пред лицом Твоим, чтобы благодать Твоя, Господи, наполняла наши сердца, чтобы радовались, как получивших Твою. Благодарность Тебе, слава Тебе за все, мой Бог, Отец, мой Дух Святой. Аминь. Если кого-то Господь побуждает выйти, помолиться и сказать Господу свои переживания, свои печали, вот свое горе, может быть, покаяться, вы можете это сделать. Молитесь, братья и сестры. Если есть желающие еще помолиться, может быть, сказать Господу свои проблемы, вы можете молиться сейчас, там, где вы находитесь, молитесь, пожалуйста. Если вы хотите сказать Богу спасибо за все свои милости, за Его милости, тоже помолитесь. Молитесь. Еще есть время, можно пройти сюда, можно помолиться, пожалуйста, если Дух Святой касается. Может быть, вы никогда ни разу не молились,
И сейчас Дух Святой побуждает вас. Вы можете это сделать. Сейчас вы можете это сделать. Не откладывайте это на завтра. Может быть, надо облегчить как-то душу. Пожалуйста, проходите вперед. Мы будем вместе с вами молиться. Мы никуда не торопимся. Мы ждем. Дух Святой стучит в ваше сердце. Пожалуйста. Услышь, Господи, услышь. Отец наш Небесный, Ты смотришь, Господи, сегодня на нас, Своих небес лазурных. Ты видишь наши переживания, порой наш траур. Ты видишь, когда надежда покидает нас, когда безвыходность, отчаяние настолько одолевает, что и жизнь не мила. И часто поддержки и помощи со стороны порой тоже нет. Мы благодарим Тебя, что в этот момент
ты подходишь к воротам нашего дома, нашей семьи. Ты делаешь это не раньше и не позже. Ты всегда вовремя. И смотря на слезы, ты хочешь утешить нас. Видя на все то, что грех изуродовал в этом мире, ты смотришь на человека с жалостью, желая ему помочь, желая исправить, желая совершить чудо. Господи, я Тебя благодарю сегодня за то, что Ты сегодня прикасаешься к мертвым. И не боишься, что скажут об этом другие, давая им снова жизнь и возвращая надежду в семьи, в дома. Если у вас есть особое переживание, возможно, подобно, как у матери этого сына, о будущем, о детях, я хотел бы об вас помолиться сегодня. Поднимите, пожалуйста, свою руку. Спасибо. Господи, утеши эти сердца. Скажи им сегодня, что ты не безразличен. Скажи им слово, которое утешит и снова вдохновит их за борьбу за жизни детей, близких, родных. Потому что с Тобой, Иисус, смерть не имеет силы и власти. Помоги им, Господи, продолжать молиться и жить самим святой жизнью, зная то, что придет день, когда они будут радоваться победе. Прошу Тебя, благослови их в этом, продолжать это. Сегодня, Господи, также молюсь о тех, которые нуждаются в Твоей жизни, о которых, возможно, уже и родители отчаялись, от которых смердит. Господи, прикоснись к ним. Покажи им, что Ты их тоже любишь и хочешь дать им то, что им никто в жизни больше не даст. Не мир со всеми его богатствами, прелестями. Ни алкоголь, ни аморальность, ни наркотики, ничто не даст это. Только Ты дашь то, в чем они нуждаются. Господи, благослови нас, которые приходят в дом Твой, и у которых вроде бы все в порядке, смотря на горечь, горесть, переживания людей. Иметь сердце, которое было у Тебя. Помоги, Господи, нам не укорять, видя трудности и проблемы людей. Помоги, Господи, нам не осуждать. Помоги нам не возвышаться. Помоги, Господи, нам
помнить, что если у нас все в порядке, это просто милость Твоя к нам, но не наша заслуга. Уходя из этого дома, мы хотим уходить с радостью, что у нас есть Ты, что у нас есть с Тобой вечность, что у нас есть Ты, который дашь нам ответ в свое время. Пусть благодать Господа Иисуса Христа пребывает со всеми нами. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Thank you.
Наше собрание подошло к концу. Братья и сестры, я хочу сделать некоторые объявления, и мы потом помолимся. Ну, во-первых, хочу сказать, что вечером Павел с нами будет еще, и я думаю, что это благословение для нас, и побуждаю вас, если у вас нет никаких особых мероприятий, мы ждем вас в 5 часов на вечернее служение. И я думаю, что это будет для всех вас и для всех нас благословение. Также я хочу поздравить вот от лица церкви наших братьев и сестер, у кого на этой неделе дни рождения, Татьяну Горбенко, Ларису Мохнач, Василия Серова, Валентину Безуглую, извините, Нину Гелемент, Ирину Рыбину, Игоря Сибрина, Викторию Салтыкову, Владимира Фомина, Екатерину Чуб, Петра Попова, Рувима Гелемента, Екатерину Дронову, Александра Канарского, Клавдию Мясницкую, Татьяну Нестеренко, Веру Белобровец. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, дни рождения – это, знаете, вот как бы этапы нашей жизни. И мы их здесь называем не просто потому, чтобы соблюсти формальность, а просто еще раз, чтобы каждый из вас, вот особенно у кого дни рождения, посмотрели и сказали, как Бог милостив был к вам. Пусть Господь благословит вас в этот следующий год жизни, и вот то, что советует апостол Павел Фессалоникийцам, будет в полной мере у вас. Вот это освящение в полноте, и дух, душу и тело, так мы нуждаемся в этом. Благословение вам, братья и сестры. Как Павел говорил о том, что там в коридоре вы можете так или иначе поучаствовать как бы в начале вот того большого мероприятия, которое он как сын хочет сделать. Но я думаю, не только он, но и все те, кто поддерживает эту идею создания фонда, вы можете там вот взять эту книгу и пожертвовать столько, сколько вам душа, так сказать, располагает. Как вы уже слышали, эта книга на английском языке. Я думаю, что это неплохо, если вы не для себя будете покупать, а покупать для своих детей. Наши дети, к сожалению, забывают историю, забывают свои корни. Так это вот как раз есть шанс, чтобы они не забыли. Не пройдите мимо. У нас в заключение есть молитвенные нужды и благодарности. Вот одна из них – это вот Володя Бредихин. Я не знаю, думаю, что немногие знают о том, что он долгие годы, так сказать, пытались решить проблему с АНС. И я помню, когда я разговаривал вот тоже на эту тему с людьми из вот, официальных органов, то мне сказали, что это практически проблему не решить. И вы знаете, Бог ее решил. Бог ее решил, и сегодня, ну, Володя может спать спокойно, да? Нет? Ну, не хорошо. Поэтому пусть Господь благословит вас. Вот. И также и другие... А есть благодарность и благодарность Богу за исцеление, за здоровье, за получение работы, а также об исцелении и утешении больных, за путешествующих, за охрану детей на каникулах, ну и за нашу молодежь, которая сейчас заканчивает свои мероприятия. Давайте мы встанем, помолимся. Господи милосердный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты слышишь молитвы наши, за то, что Ты... Благ и милосерд ко всякому призывающему имя Твое. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты касаешься и вот сердец наших. И я благодарю Тебя за братьев, которые молились сегодня, просили у Тебя милости и благословения, и сил духовных, чтобы противостоять греху, чтобы противостоять всем тем вот искушениям, которые встречаются в жизни, чтобы разрешить те жизненные проблемы, которые трудно по-человечески разрешить. Моя молитва к Тебе, Господи, за всех наших именинников. Благослови, Господи, следующий год жизни. Пусть благодать Твоя, милость, Твоя защита и охрана будет над ними. Господи, благодарим за услышанные молитвы и просим Тебя, благослови, Господь, также те нужды, которые были здесь сказаны. Просим Тебя за нашу молодежь. Благослови, Господи, возвращение. И прошу Тебя, Господь, благослови всех нас, особенно на этой неделе, когда в следующее воскресенье мы будем вспоминать Твои голгофские страдания, Господь. Мы молим и просим Тебя, Ты храни нас от греха и зла, оберегай, очищай, Господи,
И чтобы, придя в дом Твой, если Ты позволишь нам на следующей неделе, Господи, чтобы мы могли участвовать со страхом и трепетом, помня о том, какую дорогую цену Ты заплатил за каждого из нас. Мы веряем себя, Господи, в Твои руки и просим, благослови нас. Благослови на эту предстоящую неделю. Особенно, Господи, благослови, у кого трудности и переживания, чтобы, Господи, можно было их пройти и пережить. Благослови тех, кто в учебе, кто заканчивает учебу, сдает экзамены, с поспешностью во всем. Братьев и сестер, которые на работе, благослови. Наших братьев и сестер, которые имеют свой бизнес, также благослови. И чтобы это благословение, которое Ты даешь, они могли вернуть Тебе, как подателю всех наших благ. За все Твои милости мы Тебя еще раз благодарим, за Слово Твое, которым Ты нам напоминал о том, что Ты Бог спасения нашего, и что Ты хочешь, Господи, чтобы эту радость принадлежности Тебе, Господи, она была в наших сердцах, чтобы Ты воскресший и Ты воскрешающий, Господи, был тем оптимизмом в жизни нашей, который Ты хочешь видеть. Благослови, Господи, нас, и распускай, и пойди с каждым из нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Собрание наше закончено. Приветствуйте друг друга, братья и сестры. Спасибо, слава Богу.